Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы, Всадники Олха. 16-й день, и забираем 30 рун. Окей, и погнали. Так, Беззубик, что ты мне тут принес? Ну, покажи, пожалуйста. Так, 100 миллионов рыбы, понятно. Ничего такого, да, существенного. Так, заберем с тобой тыкву. Купить фрагмент головоломки за 200 рун. Нет уж, спасибо большое, не хочу. Отправим-ка мы тебя, наверное, опять же на поиски. Все, ребята, я пытаюсь найти вот этих вот драконов, но ничего у меня не получается. Возможно, надо, конечно, брать 4 сумки. Возможно. Но у меня же нету подписки. Так, 200 миллионов рыбы. Слушай, ну рыба у нас по фулке, я смотрю, вообще круто. Так, секундочка, а куда же мне тогда все это дело тратить? Ну, понятно, что этого можно отправить за железом. Скорее всего, я так и сделаю. Так, ну для этого нам надо забрать у него древесину. Погоди, может быть, кто-то хочет прокачаться? Хоть чуть-чуть. Ага. Вот, вот и нашли мы с собой предназначение, как говорится. И рыбе, и древесине. Так, а здесь что у нас? Ну-ка. В конце концов, ты будешь у меня переходить в титаны или нет? Ну сколько... Ребята, это издевательство. Он просто надо мной издевается. Вот серьезно тебе говорю. Он никак не хочет, ты понимаешь? Я уже не знаю, ребята, этот ловушка лов, он просто сопротивляется. Причем конкретно. Идите, идите, рыскайте, нюхайте, собирайте. Так, ну тебя мы отправляем вот так вот. За железом. А вам не спать, вам тоже собирать пора. Так, ну что, мои дракончики тут принесли, давай посмотрим. Здесь, наверное, шестеренки, да. Почему-то я даже не сомневался. Оружейный астрид, лети. Бесплатно. Так, сарделька, помощники. Тоже бесплатно. Кривоклык. Ну, руны мне нашел, да, 10 штук. Окей. Пускай летит. И Грамгильда у нас достает тусклый янтарь. Не чтобы дать лопатку мне, да? Нет, он дает тусклый янтарь. Все, тоже она полетела. Так, все вроде бы при делах. Давай смотреть, кто у нас здесь остался не занят. Так, наверное, нам нужно немножечко вот так вот сделать камеру. Ага, водорез там сидит, прохлаждается. Громель тоже там дуркует. Так, что у тебя есть на обмен? Нам дают только вот эту вот постоянно брошку почему-то. Так, здесь сразу заберем. И сразу же отправляем. Так, тут у нас все пока в работе, все в делах. Шторморез принес древесинку, мы его опять отправили. Скалотрясик. Тоже. Так, вот, ребят. Яркий ужас, блин, как же он красиво смотрится, а? Вот серьезно тебе говорю. Смотрится он просто шикарно. Так, ну ты лети за рыбой, ты тоже, видимо, за рыбой, потому что ты больше ничего не можешь добывать, кроме рыбы. Поэтому тебе суждено. Так, здесь один час. 64 миллиона, зашибись. Вернуть и сразу же отправить его. Вот тебе и весь начес. Добывает, конечно, офигенно очень много ресурсов. Ты громобой, защитник. Оп, спрятался. Покормить тебе, что ли? 42 миллиона. Опа. А сделать не могу тебе, да? На обучалку отправить. А здесь? 44 миллиона добывает модификрылка. Маловато, если честно. Ать, 82 уровень и... А, академка же занята. Тогда вперед за рыбой. Ну что ты смотришь тут на меня? Даешь чешуйку мне свою, да? Окей. Ну что, вроде бы как все. Давай заберем с тобой, наверное, пак. Бесплатный, конечно же. Так, душитель. Шторморез, громобой. И еще разочек тогда глянем, потому что у нас есть еще рекламный. Монетки Одина. А здесь крылатый ужас, шторморез, шипорез. И чутка ресурсиков. Окей. Так, отказаться. Зайдем сюда.
Так, 25 янтаря, 75 янтаря, 30 конфет. Еще 50 и еще 50. Итого 130, да? Да, ребята, ну почему я говорил, что в этом месяце невозможно, ребята, получить нам суперприз? Ну вот смотри внимательно, я тебе сейчас покажу. Прошло уже сколько? Больше, чем полмесяца, да? И всего у меня даже 3000 еще нету конфет. Как ты видишь, нужно 8000 для того, чтобы получить резкоеда. Это премиум дракон. Так что, ребята, ну, не получится, к сожалению. И я вроде бы ничего не пропускаю, все события выполняю, ну, все делаю правильно. Но не хватает. В принципе, я как бы даже уже заранее знал, что мы не сможем с вами столько набрать. Так, что у нас тут? Наборчик, давай-ка посмотрим. Так, Шторморез, Лаварык, Громель. Понятно, ресурсы и шестеренка, да? Так, что у нас тут еще? Да, в принципе, больше ничего и нету. Тут у нас пак. Обычный. Крылатый ужас, кревет, острозуб. Ну что, погнали? Будем... Ох ты. Мхастраж, типа мох, да, из мха. Так, я вижу у нас, ребят, опа, открыто. А вот это мы сегодня с тобой должны пройти. Драконий корень, распространение. Да, тут 5 поединков осталось, так что, друзья, поехали. Надеюсь, у нас получится. Так, здесь будет обычный поединок, за который мы получим с тобой пак. Потом будет мини-боссик. Кто у нас тут? Один? Он один? Странно. Но 3 волны, не забывай об этом. Так, укусил, гаденыш, да? На, получи. Да, сейчас мы его добьем. На второй волне у нас Шторморез плюс Костолом. Ну, начну я, наверное, с Костолома все-таки. Сделаем вот так. Ага. Кого он ударит? Вот что он делает. Тогда здесь добивка. А здесь мы с тобой залечим рано. Именно Кривоклыку нужно. Так, что он будет делать? Он промахнулся. Вот что. Он просто тупо промахнулся. И это зря. Так, у нас с тобой фулл хп. Смотрим, что он дальше делает. Хильнулся, да? Ну же, чары. И последняя волна. Ну, начнем, наверное, с Пристиголового, скорее всего. Нам нужно будет его раскатать. Опа-на, фаербольчик выпустил свои, а? Ты посмотри на него. Залечим ранки. Укус. Ну и что там дергаешься-то? Дергается он мне. А, они вдвоем ходят. Опять фаербол полетит? Естественно. Естественно, фаербол. Понижение брони. Ну и тут уже ему, как говорится, кранталики. Сейчас следующая наша заходка, ему будет крышка. Так, не понял. Вау. А мог бы добить его сразу же. Ну и выпендриваться будем с отхилом. Ну что, крутим колесо и смотрим, что нам выпадет. Древесина, конечно же. Что еще тут может мне выпасть? И забираем наш честно заработанный пак. Так, он, по-моему, полетит у нас, да, на почту, скорее всего. А вот здесь уже начинается интересное, ребята, потому что... Мини-боссик... А потом уже еще один поединок. И после этого только заберем с тобой руны. Так, музыка как всегда исчезла, да? Музыки не будет. Я вижу здесь. Так, погоди. Ага. Начинает, короче, расписывать меня, да? По полной программе. Да, мы его успеем ушатать. Но не забывай, что прихвостень тоже еще, тоже вчера. Так, это хорошо, что он промахнулся. Это просто хорошо. Так, и добиваем. Следующий у нас тут громобой плюс... Ну, это, так понимаю... Ничего страшного здесь не будет. Давай, наверное, хильнемся на всякий случай. Так, укус.
Блин, а нафига я его убью? Он же страж идет. Ё-моё, нам надо вон того. Так, тихо, друзья, меняем. Ускорение еще врубил. Ты посмотри. Фига ты, парень. Ну-ка. Е. Так, это тебе не поможет. Может даже тут не пыхтеть. Нам нужно быстрее его, ребята, уничтожить. Давай понижение брони сделаем. Опа, укусик. Мы тоже. Добьешь? Есть. Так, и третья заключительная волна. Здесь у нас дым и дышащий. Вот его мы, наверное, будем в первую очередь бомбить. Так как этот опять у нас из категории стражей, мы его запаримся тут пробивать. Лишь бы он сейчас не сделал, а он сделал, скорее всего. Но после того, как сводит этот. Понижение брони. Обычно он этим занимается. Гипноз? Ага. Я-то думал, сейчас мы с тобой хильнемся. Хильнулись, ага. Ну, в любом случае, здесь будет победа за нами, да? Согласись. Что у нас тут? Последняя, третья волна. У нас преимущество. Плюс мы с тобой хильнемся. Укус. Даже если он будет делать разбег, а он его делать не будет, потому что не хватает энергии. Мы его запинаем. Всей толпой. Просто запинаем его и все. Так. Вот так сделаем. Плюс укус. Ну и осталось в него плюнуть, и все, ребята, он рассыпется. Да, он еще и промахивается. На. Ну что, очередной барабан. И очередной. Ну понятно. Очередная древесина. Так, ну что, вперед, только вперед, да? Получается, раз, два, три. Ну да. То есть сегодня мы должны закончить это событие. Если победим босса. Ну, я думаю, что должны победить. Так, смотри-ка, опять шепот смерти плюс кревет. Начинают ходить первыми. Начинают они ходить первыми. Так, отвали. Да ну нафиг, он еще и понизил мне атаку. Ну, ты посмотри, какой жучара. Это второй раз ходит, прикинь? Он только сходил и второй раз ходит. Зашибись. Ну-ка, во. Хотя бы так. Что ты сейчас будешь делать? Понятно, он всем понижает атаку. Мы тогда сделаем вот так. У нас вторая волна. Я думаю, что начну вот с этого, пожалуй. Он очень больно дамажит. Ай-яй-яй. Ну-ка. Сейчас как раз он будет укус делать. В ответку. Что будет, шторморез вражеский? Влуплять, да? Понятно. Нам нужно будет хильнуться обязательно. Упс. Ахилла-то у нас и нет. Зашибись. Ладно, я надеюсь, мы переживем с тобой эту атаку. Куда кревет сейчас будет бомбить? Ага, вот так вот, все. Погнали, раз, два. Отхил. Что-то хильнулись как-то слабенько, если честно. Очень слабо хильнулись, ты посмотри. Блин, нам нельзя делать, чтобы они применяли суперудар. Ух ты. Залечиваем раны. Надо прожимать его. Ну что ты там ерзаешь? Ерзает он мне. Раз, два. И добивка. Да, давай так сделаем. Ну что, третья волна. Кто у нас тут? Оу-оу-оу. Блин. Ну, давай начнем, наверное, с этого. Уничтожим его под... Блин, а с этим придется в последнюю очередь тогда драться. С Громолем. Страшно. Да еще к тому же, блин, со своими фаерболами... Припарит сейчас, ребят, припарит по полной программе. Ну ты видишь, что он вытворяет. Если не наш шторморез, мы бы уже тут распластались давным-давно. За счет его отхила мы тут, конечно, еще пока живем. Ну что, этого мы с тобой сейчас ушоркиваем, да? Раз. Добиваем. И уже начинаем атаковать Громоля. А он сейчас опять же свой фаербол выпустит. Нет, смотри-ка, не стал. И это хорошо, потому что мы успеваем с собой хильнуться. Кусануть.
И после его движения уже бомбануть. Он хильнулся, вот что. Тогда сделаем вот таким вот образом. И добивка. Все. Крутим и забираем с тобой рыбу в этот раз, да? Окей. Все это закрываем. Забираем наши 150 рун. Итого у нас, кстати, с тобой... Сколько там получается? 1351 руна. Шикарно. Ну что, предпоследний поединок — это мини-боссики. Давай глянем. Кстати, надо посмотреть, сколько у нас с тобой прилив сил и груш. Прилив сил 5 штук. Окей. Так, начну, наверное, вот с этого партизана. Окей. Так, тут у нас... Ага, это просто громобой. Ну что, поехали. В наших интересах как можно быстрее его запинать. Блин, это сейчас будет понижать броню, как всегда. Отлично, минусанули. Так, далее это что будем делать? Давай, наверное, вот так вот. Ты нифига ты кусаешь. Подожди, я боюсь, знаешь что? Да-да. Что он может уничтожить мне кривоклыка, поэтому пришлось захиляться. Добиваем. Теперь залечиваем раны. Так, у него фул энергия. Почему-то он ничего пока не делает, не тратит ее, да? Куда он копит, без понятия. Ну, пробили. Так, здесь у нас... Ой-ой-ой-ой-ой, два бегуна. Так, начнем, наверное, с красного. Эти у нас зеленые, ну, ты сам понимаешь, стражники, фиг их пробьешь. Сейчас начнут расписывать люлей. Этот аж 18 уровня. Трындец. 18 уровень. Ну, что будешь делать? Вот так вот, понял. Ну что, поехали. Будем этого все-таки дальше мурыжить. Плюс отхил. Раз они оба зеленых, тогда будем сразу этого атаковать. Не будем на него обращать внимание, пока не будем, потому что он... Тыч! Ну вот, видишь, какую плюху мы поймали. И этот сейчас еще подходим, естественно. Естественно, будет мешать. Так, укус. Опять он ходит. Да ёк-макарёк. Чего? Что-то ты, парень, по-моему, зачастил с суперударами. Это что за фигня? Хорошо, что этот промахнулся. Так, ну-ка, сможем мы... Ай-яй-яй, совсем чуть-чуть не хватило его пробить. Прикинь. Что-то мне так кажется, что у них тут... Да иди ты! Так, подожди секунду. Да, наверное, я не буду пока тратить энергию здесь. Давай вот так вот его забьем. А с этим будем уже отдельно разговаривать. У нас как раз будет с тобой и суперудар, да? Понижаем ему броню. Кус-укус. Сейчас он тут сделает пару маневров, а потом мы уже с тобой сделаем на заключение, естественно, отхил. Чтобы нам перейти на следующую волну уже, имея, ну, достаточное количество здоровья. Вот так. И добивка. Что у нас здесь? Водорез? Ага. Блин, ну я, естественно... 19-й, ребята, 19-й. Да какого фига? Давайте сразу 20-ники, чё уж там. 19-й уровень, ты посмотри. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, они смотри, что творят. Трындец. Ну, допустим, я сделаю так. А мы, наверное, не успеем, да? Ну. Трындец. Трындец, ребята, по-моему. Сейчас распишут мне, что моего шторма. Хотя, сейчас посмотрим. Я даже не знаю, что тут загадывать. Трэш. Барсик почти, ребята, уже все там на износе. На износе, на подсосе. Так. Ага, кого будешь бомбить? Понятно. Неизменный ты наш. Эх, ты добить не можешь, давай тогда так сделаем. Ну, чего ты тут, водорез? Все-таки ушатал. Все-таки ушатал мне барсика. Вот гаденыш, а.
раз, и добивка, скорее всего, сейчас будет. Ну вот, как-то так. Ну что, давай крутить колесо и смотреть, что нам выпадет. А выпадет нам древесина, 175 миллионов. Так, окей. Ну что, ребята, а сейчас последний, заключительный поединок. Ради чего это все затевается, я не могу понять. Ради пака, золотого какого-то. Надеюсь, он того стоит. Ну-ка, смотрим. Так, две волны. Две волны. Зашибись, командочка, да? Так, начнем, наверное, с Престиголового. Как по мне, надо именно с него начинать. Тю-тю-тю-тю. Понизим, если мы ему... Ну, давай. Если что, будем через прилив сил работать. Фаербол сейчас полетит. Ох, полетит сейчас. Ну, это еще терпимо, я тебе скажу. Так. Единственное, что нам не хватит. Да ты заколебал, а. Давай вот так вот сделаем. Подожди. Почему так, ребят? Ну, нам нужно хильнуться. Вот. Только лишь для этого все сделано. Так, теперь, конечно же, начинаем штормориза вражеского, потому что он фиол. С зеленью мы уже будем с собой драться потом. Ай-яй-яй-яй-яй, заблокировал. Блин, я не знаю, он, наверное, пробьет нас, если мы с собой не подхилимся, да? Ну и что? Наверное, вот так вот придется. Видишь, он сразу начинает атаковать, у кого меньше здоровья. А так бы он бомбил бы 100%, тебе говорю, нашего бы штормореза. Так, понижаем броню сразу же. Сейчас будет суперудар. Естественно, по барсику. Ну, конечно же. Конечно же, именно в барсике все это летит. И мы можем, слушай, сделать два варианта. Нет, я все-таки, наверное, вот так вот. Плюс отхил. Хотя могли бы на него повесить слепоту. И он бы ничего бы нам не сделал бы. Но тогда у барсика было бы мало здоровья. Ну, а теперь у нас ёк-макарёк. Трындец. И это еще и босс. Вот это босс, блин. Пипец. Приплыли, по ходу дела, да? Мне как бы нужно и от этих избавляться. Оля-ля, ну что, блин, я не знаю, ребят. Если он будет делать свои суператаки, нам не жить тут. Так, первая атака его промах была. Но этих же тоже, по идее, надо валить, а? О, если они еще и будут вот так вот делать. Короче, погнали. Тут уже не особо, ребята, много выбора у нас. Завалим, попробуем с тобой вот этих вот костоломов. Так, первый пошел, а этот один из них сейчас... Ай-яй-яй. Сейчас укус, да, сделаем? Ну, конечно же. Блин, ну нам придется вот так вот. Тут особо выбора нет, понимаешь. Три энергии, запалил. Ты не удивляйся, вот такая у него, ребят, суператака. Почему я его всегда и боялся? Естественно, из-за его супер, блин, мощной вот этой атаки. Так, отхил. Две энергии пока не страшно, просто укус будет. М-м-м, укус. Ну что, теперь только лишь одно спасение, ребята. Это именно слепота. Только слепота нам здесь поможет. Все. Иначе он будет тут нас просто жарить. Я не знаю кого. Да, просто сделаем так укусик с тобой. Это перетерпим мы. Твою налево, ты серьезно? Ты сейчас серьезно? Я думал, что мы сможем перейти. По-моему, ничего у нас тут не получится. Трындец, ребята, если он сейчас запалит свою. Фух. Ну вот как здесь быть? Так что ли? Ну давай, отхиляюсь чуть-чуть. Блин, вот выживу ли... Ну ладно, попробуем. У меня аж голос, ребята, осип.
Ау, щит. Все, ребят, победа, да? Фу, ну ты посмотри, сколько у меня, ребята, было по тратам, а? Очень много. Ну что, колесо. Забираем с тобой, ну, естественно, рыбу. Ну и пак, давай посмотрим, что это за пак такой, ради которого мы с тобой вообще тут воевали. Так, он прилетит на почту ко мне, да? Отличная работа, боец. Да вы не боец, а миротворец. В моей голове это звучало куда лучше. Вот, держите. А, содержит героический. Так, шторморез, шипорез, крылатый ужас, шепот смерти, водорез, душитель, злобный змеевик, кривоклык и роза ветров. О, игра закрыл. Тройной удар. Воу, кстати, мы можем его, ребята, прокачать. Тройной удар можно прокачать. Ну-ка, давай зайдем сюда. Улучшить. Давай их улучшить. Какой там получает у нас 12-й? Всего лишь 12-й разряд. Но нет. Еще слишком маленький. 12-й разряд. Куда я лезу, ребят? Курам насмех. Ну что, у нас еще есть одно событие. Вот оно. Тут один день почему-то. Оно коротенькое, что ли? А, оно коротенькое. Ну, попробуем, ребята, быстренько его пробежаться, да? 150 рун все-таки лишним не будет. И 400 конфет. Тоже, кстати, неплохо. Так, две волны. Нас встречает шепот. Поехали, 14 уровня. И... ага, не добили. Недобитки. Ладно, фиг с ним. Слушай, неужели здесь будут вот одни эти, а? Одни шепоты смерти, это будет плохо. Это будет очень плохо, потому что, ну, мощные они. Так, погнали, раз-два. Так. Сейчас он, естественно, сделал свой суперудар. Но мы выиграли. Это первый только раунд. Еще 4 впереди. Ну-ка, давай посмотрим, что нам здесь достанется. Дай прилив сил 2 штуки. Нет. Древесина 35 миллионов. Не так уж, кстати, и много. Могли бы дать побольше, но тем не менее мы забираем с тобой пак. Так, ну что, на почту он летит. И обычный у нас поединок. Тут, кстати, все поединки будут обычные, не считая последнего. Последний уже будет, как говорится, с супербоссом. Так я и думал, что будут они. Значит, и последний босс будет тоже шепот смерти. Твою налево. Это плохо. Это очень плохо. Такс, ага. Не добитыш. Воу, тут их трое. Но здесь, по крайней мере, хотя бы нет этих шепотов смерти. Здесь крылатые ужасы плюс змеевик. Начнем. И хорошо, что они синие, потому что против синих у нас повышенный дамаг. Ать, а мог бы добить, а, кривоклык. Сколько у них тут? 15 уровень. Ну, в принципе, должны выдержать. Ну, эту атаку. Сюда. Сюда. Придется добивать их. Так, ну что? А бомбит как этот. Как стальной капкан. Вжарили. Добили. Так, что он сейчас будет делать? А, это последняя волна. Чем мы расстраиваемся? Все у нас хорошо. Уничтожаем. Ну что же, очередное колесо крутим. Забираем с тобой опять древесину. Да ведь? Конечно. И опять очередной пак. Давай забираем его. Так, поединок обычный. Забираем с тобой руны. Забираем с тобой руны. Потом еще один поединок, и уже будет боссик. Так, секунду. Что тут? Салютуют они. Салют они мне устроили. Окей.
Так, ну-ка. А есть ли смысл? Ну, давай сделаем. Кому укус? Опа, фаербол. Понял. Так, ну этот ничего не сделает, потому что у него всего 2 энергии. Ну и расписать мы его тоже не успеем, скорее всего. Хилиться надо? Я думаю, что не надо. Давай, наверное, так сделаем. Двойная атака. 3 энергии. Понятно все. Ну, этого мы с тобой добили. Кто у нас там на втором круге? Опять же ты. Плюс водорез. И острокрылый змеевик. Собственно, персоны. Опачки. Водореза как будто здесь и не было. Мы его сразу с одного укуса. Ну, критом, так скажем. Так. Нам главное, чтобы у них не накопилось энергии достаточно. Твою налево. Его бы, конечно, хотелось бы бомбануть в первую очередь. Но видишь, он зелень, ребята, страж. Мы его пока будем бомбить. Змеевик нас тут уничтожит. Потрать свою энергию. Потрать. Вот. Че у тебя? Тюф, нормуль. Главное, чтобы этому ничего не осталось. Добиваем. Так, сразу понижаем броню, чтобы быстрее нам его запинать. Укус. Удар. Пробивка. И добивка. Все. Ну-ка, что ты нам тут подгонишь? Ну, понятно, рыба, короче. Тут нам достается рыба. Забираем с тобой 150 рун. И получается у нас, друзья мои, что? 250. Да? Фу, 250. 2500. Отлично. Нам всего лишь 500 остается набрать рун. И мы с тобой откроем для плеваки дракончика, да? Ворчуна. Ну что у нас тут? Естественно, естественно, сразу начинаем бомбить вот этого вот шепота. Сразу же. Здесь, конечно, получится. А ему сейчас достанется что, ребята? Как раз 3 энергии, да? Зашибись, и он начнет с суперудара. Великолепно просто. Нет, смотри-ка, ничего не стал делать. Тогда это сейчас что-то влепит. Ай. Это еще лояльно, согласись. Просто понижение атаки, это лояльно. Укус. Удар. Так, атакует по полной? Нет. Ну, давай тогда так сделаем. А этот, естественно, ребята, сейчас делает свой суперудар. Понятное дело, удар хвостом. Но мы это пережили. Хильнуться единственное, что мы не сможем с тобой. Вот что я тебе скажу. Не хватит энергии. Это первая волна только. Надо было как-то подгадать на отхил. Так, смотрим. Воу-воу-воу. Тихо, 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 тихо. Здесь самый лютый противник, друзья. Вот он. Оригинальный шепот, который жарит, будь здоров. Тем более на 3 энергиях. Поэтому надо нам как можно быстрее его запинать. Ну и древоруб тоже, твою налево, огнеплюсь. Фигов, сейчас жарит, наверное, да? Естественно. Естественно, будет вжаривать. Блин, я даже не вижу смысла, ребят, что-то здесь. Погнали, короче, так сделаем. Свой страх и риск. Сейчас хана, да? Естественно, ребят, естественно, не пожалел. Ну вот, мы с тобой хиляемся. Укус сюда, хотя можно было бы добить и его. Сейчас опять огонь. А, нет, он, смотри, он отхил сделал. Слушай, ну тогда хорошо. Раз он хильнул, потратил энергию, он бы мог пламенем нас сжечь. Но он этого не сделал. Ай-яй-яй, чуть-чуть буквально, ребят, не хватило. На соплях живет. Убил, да, все-таки? На тебе. Давай посмотрим, что нам на этот раз. Да понятно, древесина. Там рядышком. Прилив сил, да? Груша, на, бери. Нет, вот тебе древесина и все. Так, ну самое главное, что у нас последний заключительный поединок с боссом. Давай посмотрим, сколько волн. Наверное, как всегда, 2. Первая будет разминочная, да. Угу. Я тебе скажу, такая разминка, нафиг бы она сдалась. Поехали. Так, укус. Блин, тут тяжело будет.
Тут, друзья, будет тяжело нам. Кому даст? Этот пойдет, да? На суперудар пойдет? Слушай, нет. Значит, этот. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. В кого? Ты посмотри, что творит, а? Так, с тобой мы сделаем тогда вот так вот. Плюс сразу же отхил. Влепляем. Что-то мне показывает, что боссом будет... Ай. Какой-то из шепотов. Почему-то вот такое предчувствие. Так, это сейчас будет влуплять по полной программе, естественно. Даже без него-то, без его суператак. И добиваем, смотрим. Смотрим, кто у нас. Опа, я вообще не пробовал в корень. Здесь, кстати, не легче. Здесь, ребята, скалотрясы собственной персоны, прикинь. О-ля-ля. Трындец. С двумя атаками. Ёшкин ты кот, а. Добить бы... Ох, есть, хотя бы минус один. Две атаки, два укуса, ребята. Что от одного, что от второго. Не забывайте, они очень мощные. Так, начнем, наверное, со скалотряса. Поехали. Раз, два. Нам бы хотя бы успеть до его суператаки. А мы это, наверное, не сделаем. Или успеем, сейчас проверим. Давай, родной, не подведи. Ух, но зато это сейчас будет делать супер атаку. Я не знаю, у него такая же, как у скалотряса, сворачиваться клубком и атаковать. Или что-то другое. У него именно я не видел супер атаки. Кстати, есть шанс сейчас увидеть. Да, ребята, он так же делает. Сворачиваться клубком и атакует. Но в любом случае ему уже крышка. Все. Слушай, на редкость легкое было испытание. Давай посмотрим, что он здесь выдадут. Понятно, древесина. Ну, а мы с тобой забираем 400 наших заслуженных честным трудом конфет. Но все равно этого мало, мало. Если бы каждое событие давало бы по 400 конфет, да? И не только в конце, а желательно еще в промежутках, было бы намного лучше. Так, а у нас тут наборы с тобой карт. Давай открывать. Шторморез, шепот смерти, прихвостень. Ну, понятно. Так, еще что у нас? Ага, вот у нас еще один пак. Серия испытаний. Так, металл. Брошка. О, 100 рун, ребята. И острокрылый змеевик. Эксклюзивный. Ну, по-моему, у нас есть такой, да? Да. Поэтому мы его отпускаем. И еще один наборчик. Погнали. Шторморез, шепот смерти, прихвостень. Ну и все. Так, ну что, нам остается всего лишь, ну, там 380, ребята, рун набить, и будет нам, как говорится, счастье. Так, я буду закругляться. Мы могли бы, конечно, с тобой пойти набить паки, но тогда для следующей серии у нас бы ничего не осталось. Именно в следующей серии мы с тобой этим и займемся. А на этом все. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.